Здравствуйте, Кемал Меалем. Здравствуйте. Кемал Меалем, каким вы видите содействие в США в этом вопросе? Какие конкретные шаги может американская сторона предпринять в данном направлении? Ну, во-первых, следует отметить, что данное событие уже подчеркивает возвращение США в формат восстановления отношений между Азербайджаном и Арменией, потому что до этого такого активного процесса не наблюдалось. Это сигнализирует также отход от предыдущего нарратива США, сфокусированного на продолжении деятельности Минской группы ОБСЕ, которая де-факто перестала существовать. А также это сигнализирует нам то, что США проявляют после Европейского Союза также заинтересованность вернуться в этот процесс, который был фактически прекращен после 2020 года. Какие конкретные шаги США могут предпринять? Я думаю, что они выбрали как раз правильное направление, потому что процесс восстановления отношений состоит из двух первичных, так сказать, стадий. Первая — это нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией посредством открытия транспортных коммуникаций, прежде всего, а потом контактов между двумя странами через границу, и также делимитация, демаркация этой границы между Арменией и Азербайджаном. А второй этап — это заключение мирного договора. И если вы заметили, то Энтони Блинкен прежде всего сказал, отметил, вернее, что это является позитивным фактором того, что предпринимаются шаги на пути к заключению данного мирного договора, но в то же время сказал, что содействие будет оказано вот по первой стадии возобновления отношений между Арменией и Азербайджаном. Это именно транспортные коммуникации и делимитация и демаркация границ. Содействие может быть здесь как экономически финансовое для спонсирования программ, предоставления финансовых ресурсов для того, чтобы возобновить поток товаров, сервисов, услуг, а даже в дальнейшем людей. Также может быть и экспертиза по точному проведению демаркации и демилитации границы с помощью спутниковых систем и так далее. Это может быть как опыт, а может быть также предоставление услуг со стороны американских компаний, когда этот процесс начнет находить свое практическое выражение на земле. А как бы вы оценили нынешний уровень отношений между Азербайджаном и США? Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и США — это дружественные отношения, которые развивались с самого начала восстановления независимости Азербайджана. Я бы сказал, что они в последние 10 лет развиваются достаточно стабильно в сторону улучшения и дальнейшего сближения. При этом США доходят довольно далеко географически от Азербайджана, и поэтому нельзя говорить о каком-то стратегическом сотрудничестве США в силу чисто геополитических факторов. При этом интересы Соединенных Штатов на Южном Кавказе всем хорошо известны, и известно также участие США в политических процессах на Южном Кавказе, которое начало постепенно сокращаться с 2010-2011 годов. Начался так называемый выход из Средней Азии и Южного Кавказа, который привел вот к этому, так сказать, слабо растущему развитию в отношениях со всеми тремя странами Южного Кавказа, включая Азербайджан. Но при этом отношения США остаются стабильно хорошими. Я думаю, они будут идти только в сторону улучшения, особенно на фоне сближения Азербайджана с Европейским Союзом в дальнейшем. Благодарю вас, Кемал Меалем. Спасибо вам большое за комментарий. Спасибо вам. Всего доброго, до свидания. А я напомню, что телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном мы обсуждали с доктором юридических наук, доцентом Института глобальных политических исследований Университета Мальме Кемалом Макили Алиевым.